Зеленые насаждения в Одессе уничтожают стражи закона. Десятки деревьев на общественной территории собираются вырубить судьи Киевского районного суда. Служителям Фемиды нужно расширить парковку для машин своих сотрудников. Киевскому районному суду уже не хватает места, чтобы вершить правосудие. В сентябре тут затеяли реконструкцию здания бывшего детского сада. Пространство во дворе между старыми флигелями полностью застроят. Вырубили 5 взрослых и здоровых ореховых деревьев. Хотя вполне можно было сохранить двор и построить еще один этаж. Советская бетонная конструкция такое выдержит. На этом не остановились. Как установили одесские правозащитники из организации «Зеленый лист», судьям и прочим сотрудникам стало тесно на старой парковке. Чтобы ставить машины, купленные за честно заработанные деньги, нужна территория. А поскольку слуги народа у нас стоят выше самого народа, им можно то, что простым смертным запрещено. К примеру, вырубить деревья между жилыми домами. Их уже пометили крестами и признали больными. Дружественная судебная власть, городская власть готова услужить. Было обстежено 60 дерев, что растут біля Киевского районного суда. По його заяві. В результаті обстеження виявлено 23 дерева різних порід, які знаходяться у незадовольному стані та підлягають видаленню. Правду ли говорить чиновник мерії? По мнению екологов, із 6 десятків деревьев около здания суда лишь несколько сухих, а никак не 23. Жители потеряють місце для прогулок, где к тому же детская площадка. Документи на реконструкцію суда з розширенням для строительства паркінга мерія уже видала. Я убедился сам, що как минимум 8 деревьев из тех, которые написали, что это аварийные деревья, деревья в идеальном состоянии и даже не, ну скажем, даже не повреждены без повреждения стволовой части, без повреждения коры и так далее. То есть информация, которая поступила от департамента экологии, она явно не соответствует действительности. Жители обратились к депутатам городского совета. Реакции пока нет. Просьбы от имени самих деревьев у чиновников мэрии и судей вызовут только смех. Мышление нашей власти устроено по-другому. Ценности и ценности у нее другие.